Приветствую вас в школе навыков Кайзен, друзья. Тема нашего сегодняшнего ролика – версия сайта для слабовидящих. Я вам покажу, как сделать такую версию для своего сайта, но перед этим расскажу, что это и для чего это нужно. По закону против дискриминации инвалидов, еще с 1 января 2016 года каждый сайт обязан иметь версию для слабовидящих. Есть даже специальный ГОСТ, в котором приводится перечень требований к версии для слабовидящих. Давайте посмотрим на примере сайта госуслуги, как это работает. Изначально открывается обычная версия сайта, но в левом верхнем углу есть вот такая иконка в виде глаза. При нажатии на нее сайт становится максимально простым, остается только основная информация. Здесь же можно регулировать размер шрифта, изменять сам шрифт, интервалы между буквами, цвет заднего фона, цвет текста и так далее. Теперь я покажу, как это сделать на тильде. Допустим, у меня есть условный сайт, состоящий из шапки, заголовка, небольшой галереи и текстового блока. Для всех картинок необходимо прописывать текст. В самом последнем поле, где написано Image Alt for SEO, мы описываем картинки. Далее добавляем HTML-блок и копируем в него небольшой скрипт. Появляется иконка с глазом. Нажимаем на нее и получаем свою версию для слабовидящих. Здесь мы тоже можем регулировать отображение информации, а также включить озвучивание текста для тех, кому удобнее слушать, а не читать. Благодарю за просмотр, друзья! Напишите в комментариях, насколько актуальна для вас эта тема и какие еще ролики вы хотели бы видеть на нашем канале. До новых встреч!